Алла Пугачева сняла 5-летних двойняшек, сына Гарри и дочь Лизу, когда они играли в пиратов. А когда дети радовались найденному кладу, Примадонна задала им неожиданный вопрос. Пока Максим Галкин гастролирует по Америке, его престарелая супруга Алла Пугачева регулярно присылает видеоотчеты о том, как ведут себя их дети. В свою очередь шоумен делится роликами с общественностью, публикуя их на своей официальной страничке в Instagram. «Пиратский репортаж из дома. Главная фраза в финале», — подписал ролик Максим. Вначале Лиза кричит, что они с Гарри держат курс на остров Мадагаскар. А там по сюжету находят сокровища. В коробке, изображающей клад, ребята обнаружили маскарадную маску, скрепки, браслеты, буквы и многое другое. И тут Пугачева спросила, а если это все ворованное чужое? Лиза ответила, да не ворованное, это ничего. Это старинный клад, который спрятали. Ее перебил Гарри, а вдруг это и вправду ворованное и чужое? Лиза, понизив голос, обратилась к брату, давай играть, как будто не ворованное. Видео вызвало восторг у фанатов. Какие же милые дети, браво, и наши аплодисменты Алле Борисовне. Какой воспитатель-руководитель. А жест руки в конце, я не могу. Лизочка просто чудо из чудес, у Лизы и жесты, и интонации, и мимика большой артистки. Очень интересно наблюдать за ростом ваших деток. Ну а фраза шедевра орфографии и пунктуации авторов сохранены. Прим, Ред, высказались они. Ранее Пугачева была втянута в шумиху с ограблением. Сын личной портнихи Примадонны оказался преступником, на счету которого несколько квартирных краж, хищение уникальных книг из хранилища Государственной публичной исторической библиотеки и вооруженный налет на Музей музыкальной культуры имени Глинки, откуда были вынесены бесценные скрипки Страдивари и Штайнера. К счастью, злоумышленника удалось задержать.